Ну и мои любимые новости российской глубинки. Хабаровский край. Пьяный, но очень патриотичный мужик решил разобраться с врагами. А именно, ну, так ему, по крайней мере, показалось в этот момент. Он пи***, я тебе говорю. А что вы по-украински, пи***, общаетесь? Да. А вы кто вообще, пи***? А вы слышите, да? А вы слышите, не украинские? А вы не украинские, пи***? И он, не задумываясь, бросился на женщин с бутылкой наперевес. В результате короткой стычки агрессор повержен. И теперь и мне кажется, что это явно были украинки.